Вика, это кто? Филипп Киркоров, дочь. Ну что, ты не видела его никогда? Не знаю. Не знаешь? Ничего. Хорошо. Ой. Давай сюда. Держи. Вика, это? Не смотрела ты с ним передачу? Он еще говорит, барабан крутите всегда. Нету, не знаешь? Нет. Вика, это? Ну смотри, как он знакомый. Ты кино не смотрела с ним? Гарри Поттер не смотрела никогда? Нет. Нету? Хорошо. Так. Вика, вот это. Не знаешь его, не видела? Все. Не знаешь? А это? Ну кто? Ну, подумай. Не смотрела ты с ним «Политикес»? Смотрела такую передачу? Нет? А вот это? Знаешь кто? Мак. А какой Мак? Смотрела кино? Ну там Гарри Поттер еще был. Что такое, знаешь? Да, я смотрела фильм. Смотрела, а кто это такой там был? Учитель. Учитель, молодец. Арина, вот это? Не знаешь? Арина, знаешь, кто такой Ленин? Кто такой Ленин? Площадь Ленина? А кто он такой был? Не знаешь? Смотрите на листочек. Это кто? Я не знаю, но кажется, из «Поле чудес». Так, а как его зовут, кто не знает? Аркадьевич. Леонид Аркадьевич? Ты прям молодец, слушай, угадал. Так, давай дальше. А это? Это я не знаю. Иди, иди. Ну, иди. А вы, девчонки, знаете кто? Нет. А Гарри Поттера кто смотрел? Я смотрела. Ты что, не смотрела Гарри Поттера-то? Нет, ты смотрела Гарри Поттера? Нет. А что ж ты его не знаешь, кто это? Это же у них директор был. Как звали, не помнишь? Нет, он не знает какого-то подробности таких. Так, хорошо. Так. А Джек Воробей снимал. Джек Воробей? А вы как думаете? Киркоров. Киркоров, правильно. А Киркоров у нас кто? Певец. 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 Молодцы какие вы. А это вы знаете? А Сталин. Какой Сталин? У кого день рождения сегодня? Кто это? У Ленина. Ленин? А кто такой Ленин? Писатель. А, поэт. Из «Поля чудес». Как зовут? Маша, давай думай. Я не знаю. Не знаете, как зовут? Но вообще, какая у него коронная фраза? Вообще, ну что он говорит? Он? Ну да, ну вот ты из «Поля чудес», допустим, что? Чуть барабан. Да. Там, вообще смотрите «Поле чудес»? Да, я смотрю. Вот, прям, может, какая буква. Зовут его Леонид Якубович. Запомните. Вот, вот. Дальше смотрим. Держи, держи. Это кто? Хак. А ты как думаешь? Че, вот я вот... Дамблдор. Откуда он вообще? Из Гарри Поттера. Из Гарри Поттера. Молодцы, девчонки. Дальше смотрим. О, Киркоров. Киркоров. А кто такой Киркоров? Это певец. Отлично. Молодцы. Самый сложный вопрос. Это кто? Как думаете, кто? Мне кажется, он что-то с войной связан. Ну, что-то такое. С войной? С Россией связан как-нибудь? Да. Ну, да. Но кто это вообще? Политик? Певец? Кто это? Главнокомандующий. Мне кажется, главнокомандующий. Как зовут его? Давай, девчонки. Я даю подсказку. Впереди есть площадь его имени. Ленин. Ленин. Так, отлично. Ленин у нас получается главнокомандующий. Это кто? Знаком тебе лицо этот дядя? Ну, знаком, но не знаю. А где ты его видела? На каком-то там поле чудес. Поле чудес, правильно. А зовут его не вспомнишь как? Его зовут Леонид Якубович. Запомни. Так. Подожди, дальше. Так, не то. На последочек тебя ставим. Лиза, это кто? Это... Ну, где ты его могла видеть? Не очень увлекаемся. Не смотрела Гарри Поттер? Нету, не слышала? Смотрела, просто не помнишь этого героя. Не Она не сильно его? Ему увлекалась, поэтому... Ну, хорошо. Вряд ли угадает. Давай так. А это Филипп кто? Киркоров? Да, кто такой Филипп Киркоров? Певец. Молодец. Так, и последний вопрос. Самый сложный будет. А это кто? Я не точно не знаю. Не знаешь? Ну, примерно. Это может, Ленин. Это там а кто поэт, Ленин, певец. Ну, кто, наверное, создал революцию. Ух ты! Здорово! Какая ты молодец!